Ребят, может, это, спать пойдем? Вдруг за нас у кого-то уснуть никак не получается. Да расслабься, чашечка. Они же наши оппоненты. Нам будет как раз на руку, если они не выспятся. К тому же, они все спят, как ни в чем не бывало. Видишь? Ну ладно, я тогда пойду. Ну, чашечка, ну посиди еще немного. У нас тут пшика. Хотелось бы побольше о ней узнать. Кстати, да, пшик. Можешь рассказать о себе? Нам интересно. Ну, если хотите, могу и поведать. Что ж, ну, вообще, до этого всего я жила в городе. В городе? Ну да, меня особо никто не любил. Но я это поняла только недавно. Думала, что мы типа прикалываемся. Сосед скажет мне, например, что мне для красноречия даже вода не поможет. А я ему ночью камень в окно кину. Подойдет ко мне кто-нибудь мелкий, скажет, что это Элда. А я его в гармошку сжимаю. Слушай-ка, а не слишком это жестоко? Я поначалу думала, что это мелкие проделки. Но после того, как я разбила очки президенту, меня вообще приговорили к утоплению. Благо, среди палачей нашелся один, кому стало меня жалко. Он был таким же пульверизатором, как и я. Вместо меня он утопил своего кореша, и мы смылись. С тех пор он был моим единственным самым лучшим другом. Надеюсь, он не скучает сейчас. Ох, это так мило. Я и не знала, что где-то существует город для обжектов. Ну, а как ты сюда-то попала? Ах да! Однажды ночью я увидела на столбе объявление, мол, кто явится в любое безлюдное место в 27 часов утра, тот получит 1 000 000. Ну я-то не глупая, сразу поняла, что это чистая правда. Пришла, значит, жду. Потом ко мне подходит что-то очень высокое. Я хотел типа сказать: «Здорово, ну что там с деньгами?» А потом что-то смутное произошло, и вот я попал сюда. Пшик, а ты можешь указать дорогу в твой город? Я хочу туда съездить. Я тоже! Ну, как сказать? Я не знаю, где я сейчас нахожусь. И я никогда не покидал стены города, поэтому извиняйте. Ну вы не расстраивайтесь! Хотите, сыграю вам что-нибудь? Вау, ты играть умеешь? Да, мой друг меня научил. Так вот. Чё за ад? Чего разорались? Это не я, честно. Боже мой, Бутылыч, чего случилось? Ну, мне приснился кошмар. Я, как обычно, гулял по полянке и искал розовый брелок. Привет, Курасанова Луна-Киборг с чашечкой с граблями на языке, на брови. Я ненавижу свои руки. Потом мне резко начал становиться каким-то неестественным. Мне стало тяжелее дышать, я почувствовал, что... Кто-то огромного роста стоит позади меня. Я испуганно закричал, из-за чего и проснулся. Теперь я такой. Сон мог бы не рассказать. А это состояние как-то вредит тебе? Особо нет, но знаешь, у меня есть неприятное ощущение, что внутри меня живет что-то жуткое. Будто бы в меня кто-то вселился. Нам плевать! Расходимся! Может, нужно отвлечься? Пойти почитать что-нибудь, например. А может быть, само пройдет? Да вот хрен знает, может, нет. А давайте спросим... Раз ничего не можете предложить, пшли отсюда! А вдруг и правда само пройдет? А может, спросить у ее? А-а-а! Точно! И что же, тебе этот даже кошмар приснился? Ну да, типа того. О боже, умоляю, прости меня! Я не знал, что это так пагубно на тебя повлияет. Эй, йо, ты чего? Это все случилось из-за меня. Из-за тебя?
Бутылыч должен был стать реквизитом для сегодняшнего испытания, поэтому во время обеда вместо Игройша я дал ему Йогройш, поэтому он и трансформировался. И что выходит? Наша команда будет без Бутылыча в этом испытании? Да. А почему не банда? Почему мы всегда крайние? Что вам вообще сделал Бутылыч? Мы и так проиграли. За что? Об испытании мы поговорим после исключения. Ну что ж, вот и ваше место для исключения. Я старался сделать его максимально комфортным, чтобы вы меньше волновались. Надеюсь, вас все устраивает. Еще вы можете написать пожелание для места исключения в бланк пожеланий. Я постараюсь сделать все именно так, как вы хотите. Березовый сок бесплатно. Пейте сколько хотите. Когда кулер опустеет, просто позовите меня по специальной кнопочке слева. У нас на поляне ценят халяву! Так вот, приступим непосредственно к голосам. Кротки очень обрадуются, когда узнают, что голосов набрано аж 2 раза больше, чем в прошлый раз. Из всех 2762 голосов Бутылыч набирает наименьшее число, а именно 159 голосов. Специально для этого Краткий приготовил для тебя вот этот горшочек с растением. Он сказал, что если за ним ухаживать, то из него вырастет что-то, что не оставит тебя без бури эмоций. Вау, так мало голосов? Спасибо! Это значит, что я делаю все правильно. Постараюсь продолжить в том же духе. Я рад за тебя, Бутылыч! Следующая остается Лампочка. Она набрала 180 голосов. Я не знаю, как ты воспримешь этот подарок, но Краткий решил подарить тебе полено. И я надеюсь, тебе это не очень расстроит. О да, это как раз то, что мне нужно. Вкуснятина! Какая-то ты жуткая в последнее время. Может, что-то случилось? Ай-яй-яй, прошу, не прожигай меня этим взглядом, умоляю. Третье сохраненное у нас брелок. Смотрите, 255 голосов. Неужели? Третья? Твой подарок – это резиновый суперрастяжимый чепчик для душа. Думаю, на тебе он будет смотреться очень мило. Сока набрала 305 голосов. Она четвертая сохраненная. Поздравляю. Твой приз это... Погодите, что? Погодите, что? Погодите, что? Ну, твой приз это... катушка с остальным канатом. И краткая идиот. Больше половины исключения уже прошло. Меня так и не назвали. Что ж я сделал такого, что за меня проголосовало так много людей? Блин, это ж почти так же, как и в прошлый раз. Пожалуйста, Ю, можно я буду следующим сохраненным? С 421 голосом остается Чарджери. У тебя самый особенный подарок. Поздравляю. Спасибо, Сока. Краткий приготовил для тебя новое тело. Чё? Ну знаешь, я больше предпочитаю старое тело, оно было ровно построено. О, извини, я не могу. По правилам нельзя отказаться от своего приза. И я бы, конечно, вернул тебе старое тело, но понимаешь, когда Краткий вернется, ему не понравится то, что ты нарушаешь правила. Не очень-то и хотелось. Идем, Сока. Мы в финальной двойке. И после... Стоп, а где Кнайф? Ой, и правда, я не заметил, что его нет. Так, нужно найти Кнайфа. Без него я не смогу продолжить. Ой, что-то холодно ночью. Надо бы костерок разжечь. Как хорошо, что Стерка одолжила мне одну из своих спичек. Упс, ой, чуть не выронил. Что, тебе холодно, бедненький? Может, мне поднести спичку поближе? Ах, вот ты где, Кнайфик.
Ой, а что это вы тут делаете? Да так, мы тут с моим лучшим другом Кнайфом играем в пиньяту. Он просто очень обожает связывание, лампочка не очень. Вот я и помогаю ему. О, как мило с твоей стороны, я полагаю. Ты не против, я одолжу его для исключения, хорошо? Слышите, твари, я же говорил, что это не я! И последний сохранник... Что ты хочешь еще меня до кучи? Звездная ты морда! Терпеть тебя не могу! Ну, в общем, пикчер исключен. Чё? Каким образом? Прости, пикчер, но по правилам сейчас я должен превратить тебя в предмет. Как бы я не хотел этого делать. Ладно. Я готов. Пикчер, я буду скучать. Надеюсь, им будет хорошо там с Клеви. Печально, но он не может увидеться с Клеви. В этом состоянии его душа заключена в картину. Теперь у меня вообще не осталось близких друзей. Эй, а как же я? Точно. Теперь мы можем проводить намного больше времени вместе. Будем вместе кушать траву, лепить грязевые суши, лепить настоящие суши, искать уши, рвать яйца у клуши, кушать суши, ловить груши. Я понял. Ах да, Кнайфи. Кнайф. Пришло время для твоего приза. Он включает в себя часть с элементами квеста. Твоя задача будет спуститься во влажное помещение и найти свой приз среди многочисленных вещей. Ты не можешь покинуть влажное помещение до того, как найдешь его. Желаю тебе всего самого наилучшего! Тебе помочь? Не надо, я сам! Но я тебе все равно помогу! Кнайфи, ты как? Отвратительно! Я бы сказал, что здесь воняет, но здесь пахнет влажными камнями. А вообще тут росли дурианы, но я решил их убрать. Поторопись там, мы не собираемся ждать, пока ты пороешься в мусоре. Слышал, да? Теперь ты официально бомжара, понял, да? Урод! На самом деле испытание начнется без Кнайфа, но он может присоединиться, когда закончит. Чего? Но это нечестно! Мы просто возьмем и начнем испытание без одного участника? Без двух. Чего? На данный момент внутри бутылочки находится ее игрушевое измерение, в котором плавает почти бесчисленное количество карамельных звезд. Внутри одной из них находится настоящая звезда, такая, как на небе. Ваша задача — попасть в ее игрушевое измерение, отыскать заветную настоящую звезду и принести ее мне. Команда, которая сделает это первая, победила! Также возьмите буклетики по краткому инструктажу в ее игрушевом измерении. Если возникнут вопросы, обратитесь к ним. О, буклетики. Полезная штука. О, а там есть анекдоты. Бутылыч, не мог бы ты вытащить свою пробочку? Пожалуйста. Желаю вам всего самого наилучшего. Эй! Оу, но я же не мусорная корзина. Эй, кто? Может, хватит? Ребят, вы чего? Это не я! Да ладно вам, я просто приколоться хотела. Так, нужно ознакомиться с правилами Егройша. Ага, падение в само несоизмерение окончится смертью. Облака достаточно плотные, чтобы на них можно было стоять. Ломать зубами звезды не рекомендуется, может пострадать ваша зубная эмаль. Чтобы покинуть измерение, достаточно добраться до верхнего его края. Чтобы передвигаться в толще Егройша, нужно совершать плавательные движения, подобно плаванию в воде. Так,
у нас тут получается женский коллектив, да? Слушайте, нам нужно действовать слаженно. Нас всего четверо, а их шестеро. Плюс мы еще не знаем, на что способна Пшика. Так что давайте собрались. Нам нужно выгрести из этого космоса на ближайшее облако. Охренеть. Ну, пипец тебе, Курасан. Лампочка, надеюсь, ты не против, да? Ребят, все цепляемся за лампочку! Хорошо, как скажешь. Лампочка, греби! А нет, мой хвост! Слушайте, а мы долго будем опускаться? Что-то поверхности вообще нет? Да и звезд меньше становится! Думаю, как приземлимся, можно будет оттолкнуться от земли и на лету схватить звезды. Можем пока кроссворды погадать. О! Я обычно из таких кульки делаю. А давайте посмотрим в букле. Чашечка оказалась слишком хрупкой. 5 участников осталось. Чё за ад? Слушайте! Это чё за чернота? Ай, что-то мне нехорошо. О нет, за что нет? Стёрка, пожалуйста, я не хочу, чтобы это было правдой. О, надо было озвучить инструктор самому, извините меня. Вам нужно грести руками или ногами, как будто вы в воде. Тогда вы сможете нормально передвигаться. Наверное, надо было посмотреть буклетик. Я же говорила, что нужно было посмотреть. Так, борей за звездами, а то проиграем. И да, на Ценсу. Спасибо, что воскресила. Все ради друзей. Ребят! А как нам колоть звезды? Да, думаю, это легко. Просто берем и... Чах, может ты попробуешь? Хорошо. Ой. Может, нужно использовать подручные предметы? Ребят, а можно я это, ну типа попробую? Вау! Ничего себе! У тебя ничего не вышло! На Ценсу можешь подсобить? I like your cut, G. Эй, Бутылыч, что-то не так? Ну, не знаю. Ой, ну я же вижу, что что-то не так. Не бойся, я могу тебя выслушать. Ну... Если все держать в себе, лучше не станет. Уж я-то знаю. Это, в общем, относится к Брелку. Мы... Мы проводим много времени вместе. За этот период я понял, что она одна из самых добрых объектов, которых я вообще встречал. Только вот никто, кроме меня, не знает об этом. Все считают ее злой из-за ее проблем с гневом. Я бы очень хотел помочь ей с этим. Но вот, я вообще не знаю, как это сделать. Ну, вообще, для контроля гнева есть много всяких способов. Но попробуй предложить ей вести свой дневник. И если она будет записывать все туда, то концентрация на агрессию будет притупляться. Ох, правда? Ну, я надеюсь, что смогу ее убедить в этом. Попробуй сам начать это делать. Объектам свойственно подобляться друг к другу. Думаю, это поможет. О, спасибо тебе большое.
Интересно, как там брелок справляется? Остановите, остановите, прошу. Лампочка! Может, правда нам остановочка нужна, а? Окей! О, боже. Ощущение, будто я самолично бил эти звезды. Слушай, у тебя как еще башка не треснула вообще? А этот деревянный овощ так и не явился. Наверняка отсиживается там, лишь бы не помогать. А ты себе не выблюешь чего-нибудь важного там? Я сама не знаю, как это работает. Мне кажется, или разбили треть всех звезд в этом измерении? Похоже на то. Что такое? Нам нужно выпроводить банду в эту часть Гройша. А то ведь у них есть все шансы найти ее сейчас, пока мы делаем грязную работу. Короче, нам нужно их сейчас отыскать. Запрыгиваем. Блин, глаза жарят. Ты максимально прав. Ну мне так-то все равно. Я за компанию просто. О, ну, как пожелаешь. Нам сейчас нужно выбираться отсюда и выигрывать испытания. Представляю лицо брелка, когда оно узнает, что лоханулось два раза подряд. Собственно, как нам выбраться? Я как думаю, нам нужно просто позвать сюда ее. Или как его там? Ребят, в буклетике написано... Набираем воздух и кричим изо всех сил. Слышь! Я честно говорю, я размажу по стенке этих орлов! А, это что тут у вас? Блестяшка? Красивая, да? И часто вы встречаете космических монстров? Я-то уж точно не монстр. Я-то наоборот, хочу вам помочь. Да. Не мог бы ты... Божечки, ёжечки, да ваша звездочка! Она же отравлена, да! Вы разве не знали, что звездная начинка содержит опасный токсин? Не волнуйтесь, у меня есть противоядие. У меня-то уж точно есть. Я же тут живу, да, все знаю тут. Просто идите сюда. Идите, встаньте под меня, чтобы я вас убил. Убил? Ой, я сказал убил. Тьфу ты, я хотел сказать спас. Да, звезда же ядовитая, конечно, я хотел сказать спас. Да-да, идите сюда быстрее, я-то уж точно вас спасу. Ой, как спасу, да. Какого хрена? Чё за ад? На Ценсу, иди разберись с ним. О нет, на Ценсу. Ой, упс. Я и не думал, что эта неудачная попытка краткого вышла настолько слабой. Слы! Ты чего до нас докопался? Тебе не нравится, чё? Понимаете, работа у меня такая. Защищать звезду. Ничего личного. Вы чего? Вообще ничего. А теперь, это самое, постарайтесь же не мешать мне выполнять свою работу. Что тут происходит, черт возьми? Ха-ха, злой курасан именно этого и заслуживает. Надеюсь, его точно исключат. Чарджери, осторожно! Эй, куда, ну-ка, стоять! Ты куда бежишь? Сюда подойди! Отпусти меня, уродина! Сока, что ты творишь? Бежим отсюда! Вот звезда. Ой, какие вы молодцы! Цветущий май побеждает! Ура, мы все молодцы! Ву-ху! Брелочек, ты такая молодец! Спасибо, Бутылыч! Так, ну поскольку испытание окончено, всем нужно вернуться назад сюда. Оу, упс.
все внутри бутылочки мертвые, я просто их воскрешу, да. Сока, ты не пожалела свою жизнь, чтобы защитить меня. Я даже не могла мечтать о ком-то лучше тебя. Что это еще за зверила там прикончила нас всех? Да еще и на Ценцу! Было больно. Он убил Стерку. Но сейчас мы ему накостыляем. Накостыляем! Испытание уже окончилось. Ахахах, и вы проиграли. Да как ты посмела свистнуть нашу звезду, блохастая ты тварь! Да как ты смеешь докапываться до меня? Иди и сиди со своей бандой чмошников! Ну все, с меня довольно! Ребята! Своих прихвостней, значит, позвал? О нет! Ну и ну! Но в любом случае, мы выиграли. Да. Голосуйте в нашей группе ВК за того объекта, которого хотите скрутить из Сау. Краткий, я хочу сам. Ладно, как пожелаешь. Так, в общем, в этом эпизоде проиграла команда Банда. И по правилам шоу вы должны решить, какой из участников этой команды будет исключен в следующем эпизоде. А решать вы будете это путем голосования в нашей группе ВКонтакте. Объект, набравший больше всего голосов, покинет ИНМТ. Всем удачи, хорошего настроения, не болеть, счастья и пока. Я слышу, как они там на поверхности веселятся. Кто-то из них празднует победу, а я сижу в сырой канаве и копаюсь в мусоре. И никто не вспомнил обо мне, даже лампочка. Ну за что, Господи, суши Боже, за что вы меня так ненавидите?